Здорово, подписок. Штучки новые нашел. А, кстати, сейчас ходил вообще, мне надо было брюки купить. Спортмастер себе новые. Ну, брюки, короче, это. Осень-весна. И, короче, рядом со спортмастером есть магаз, в который я хожу. И там вот эта штучка висела 1800. Сейчас захожу по акции, 700 рублей, чик, икселевскую забрал сразу. 700 рубасиков. Что такое 700 рублей, да? Ну, дело не в этом. Шел мимо, перекусить надо. Давай перекусим. Короче, вот эта штучка, сыр. Сыр, курица, сосиска. Видно? В панировке. Лаваш еще в масле пожарено. Вот эта штучка. Там одна фастфудная тема, где шавуху делают. То есть чуваки постоянно что-то изобретают, красавцы. Вот эта штучка. Есть беляш в такой фигне. А это просто картошка фри с соусом, видите, вытекает. И вот в тесте. Ну сразу скажу, вот это вкуснее. За сотку. Видно, сосисончик, курица. Да? А вы за 700 рублей отрываете худи? Скажи, отрываю. Не ссы. Для сравнения, такие же худи, вот, например, в том же спортмастере, их там просто нету по этой цене. Вот брюки, 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 они там трешку. Блять, какие трешки? Вот. За пятак продавались раньше, блядь. Сейчас трешку, 3600. Но они просто качественные. Мне качество надо. Потому что обычные трике, они рвутся и, короче, протираются. И плюс мокнут. Ну, я рад вообще, худи за 700 рублей. Я вообще рад. Не, серьезно, без напускного. У меня есть худи за 700 рублей, которая стоила 1800. Я даже по-моему чек. Опа. Блять. Порву нахуй. Ну там, короче, там есть. Цена 1890. И потом было 699. И причем я бы ее. Я уже ее видел за 1899. Ладно. Чем мы все об этом худе? Вот эта тема, 70 рублей, ничего особенного. Буду ли я ее брать еще? Ну, навряд ли. Вот эту тему за сотку, буду ли я ее брать? Однозначно. Вроде сосиски тут, курятина. Но обжаривает он во фритюре. Что-то новое, что-то интересное. У меня есть худи, блядь. Специально за пивон не брал, чтобы прочувствовать. Специально. Это прочувствовал. Это, вот если честно, это как гарнир. То есть, например, взять мясо какого-нибудь и на гарнир взять вот это. Если ты взял мясо, то тебе и вот этот гарнир не нужен. Короче, неудачное изобретение. А вот это за сатыгу более-менее. Но опять же, говорю более-менее только в том случае, если вам надоела шаурма. Да? Как мне, например. А если вы сильно не балуетесь шавухой, она вам и не надо.
Бамышаву возвращаюсь, да? Что у нас сзади? А сзади у нас тоже черно-белое, да? Погодка хорошая. Так, где мои? Думаю, где моя салфетка? Они в кармане. Что еще хотел сказать? Ну, в принципе, ничего. Ну, в общем, за 70 ни о чем. За сотку, ну так, если надоело вам шава. Ощущения какие-то, ну, странные. Вроде и сосиска, вроде и курица, вроде лаваш. Давай. Всем пока.